господа, и мы рады приветствовать вас на передаче «Угадай Эла» летнего сплита 2021 года. И Black Star Gaming — это наши первые гости как раз-таки в этом сезоне. Будут участвовать Рильявель, Кинал и Вакулич. Здрасте, ребята, привет. Как вам сплит, как вам старт, как ваши игры, какие эмоции, впечатления? Ну, чисто как монстры залетели вот так. Не жарил, суету наведем, но навели вот так. Серьезно? Так. Да, я в интервью говорил так. Вакулич, ты на суете от Рильявеля или нет еще пока? Ну, я пытаюсь делать свою работу, быть хорошим лесником и помогать команде наводить суету. Понял тебя. Разные архетипы психологии у вас есть. Кинал, ты к какому относишься? К первому или ко второму? Я где-то посередине, я думаю. Понял тебя. Ну что ж, ребят, вот как раз-таки посередине, возможно, вам и придется быть, потому что сегодня вам нужно угадывать Эла моментов игроков, которые прислали нам как раз-таки свои плейзы. Вы называете лигу и дивизион игрока, который вы считаете верным относительно увиденного на экране, и за каждую угадную лигу получаете 2 поинта, а за каждый угадный дивизион 1. 3 момента сегодня. Предлагаю приступить с моментом номер 1 на ваших экранах. Let's go! Что у нас на экране? Так. Я вижу именно Кейтлин с Дарк Харвестом. Вижу... Это Клоус, это Клоус. Не, ну тут тяжело, тут тяжело. Так. Ну, мне кажется... Давай, Рильявель, ты первый будешь. Ты протанчишь, так сказать, этот путь. Ну, не знаю. Ты больше всех не понравился. Вот честно. Если бы меня фильнуло на топ, я бы за Мунду отыграл бы так же. Поэтому это мастер. Это 100% мастер плюс. Мастер плюс, да. Понял. Кинал, что ты скажешь на этот счет? Ну, я не считаю, что Рильявель играет на мастер плюс на топе, так что... Хотя, подождите, ну его же тоже, возможно, фильмуло, да? Ну да, может, фильмуло, парня. Ну ладно, я буду думать, что нет. Но я скажу... Сильвер 2. Сильвер 2, пусть будет. Сильвер 2! Окей, так... На самом деле, не бойтесь на мои реакции, они любые бывают. Так, Вакулич, ну, собственно, смотри, ты последний в вашей тройке, да? Желательно обсуждать сейчас не своих тиммейтов, как это сделали предыдущие ребята, а, собственно, игру, да, и как раз-таки игрока на топе. Что скажешь? Ну, во-первых, хочу сказать, что, в принципе, руны и чемпионы точно не для бронзы или даже серебра. Скорее всего, это золото либо платина. И разыгровка в целом не такая уж и плохая от игроков, особенно от Кейл. Поэтому я думаю, что это примерно платина 4. Платина 4. Ну что ж, у нас Рильявель мастер плюс, Кинал Сильвер 2 и Вакулич платина 4. Дамы и господа, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь в чате, да, потому что ребята участвуют первый раз. Ребята, вам хочу сказать, что участвовать не так просто, потому что это Зергскорб, который на Мунда играет в золоте 4. И вы были очень близки, почти все. Но пока что никто из участников не угадывает ни лиги, ни грамотного дивизиона. Поэтому пока по нулям, ребят, пока по нулям. Но смотрите, когда ситуация по нулям, это значит, что можно камбэкнуть за один раунд, правильно? И, собственно говоря, к этому раунду мы перейдем. А это раунд номер 2. Давайте посмотрим момент. Наши господа из Black Star Gaming сейчас концентрируются максимально. Все так. Свои аналитические узы напрягут в голове. Рильявель, как ты напрягаешь в голове узы? Сильно напрягаю, сильно плешек. Я сейчас полностью напряжен. Понял тебя, тогда момент... момент номер 2. Let's go, ребята, давайте второй глянем. Так сказать, верхняя линия у нас доминирующая. Оу. Так, Рильявель, ну слушай, ты как протанчивший в первый раз, давай протанчишь его второй, а в третьем будешь последним. Так. Ну, мне кажется, это был довольно-таки close fight, да... Играли на лимитах, ребята, сразу видно. Так. Ну, чувствовали, так сказать, грань.
но Волибир оказался слегка сильнее. Я думаю, это в районе Голдыпа. Голдыпа. А, Голды 2, понял. Так, Голд 2. А, Вакулич, ты, собственно, будешь вторым на этот раз. Так. Сам плей от Волибира был довольно-таки хорош. Мне кажется, Рукот не знал, на что способен его оппонент, поэтому я думаю, что это довольно-таки низкий ранг. Скорее всего, это где-то серебро 4. Угу. Серебро 4. Так, Кинал, ну, собственно, остался ты. Окей, окей. Ну, слушайте, мне понравилось, как Глеб говорил, он такой парень у нас, как бы, очень сильно у него аналитика, поэтому хочется Глеб довериться. Ну, и мне тоже кажется, это голд где-то. Ну, я скажу, голд 4. Голд 4 пусть будет. Голд 4. В итоге у нас Релевель говорит голд 2. Вакулич говорит серебро 4. И Кинал говорит голд 4. Ребята, я скажу сразу, не тая, что вы все находитесь очень близко. Также я скажу о том, что поинты получены кем-то из вас. И это не бронза. И это не платина. И, к великому сожалению, это не серебро. Да! Это золото. Не третье. И не первое. И не четвертое, потому что это золото один. И вы все равно по 2 очка получаете. По 2 очка. По 2 очка получаете, ребята. Так, собственно, Рельявель и Кинал теперь ведут 2-0-2-0 над Вакуличем. Каждый, причем, соответственно. Вакулич, ну пока по нулям, собственно, надо отыгрываться. Да, тихо, и понимаешь, для того, чтобы отыграться, тебя нужно поставить первым, я считаю, в принятии решения третьего момента, потому что иногда первые мысли верные. Let's go, давайте посмотрим третий момент, который прислали нам наши замечательные зрители, а именно вы, друзья. Let's go. Ой-ой. Ничего себе. Нет, собственно, Вакулич. Итак. Плохие новости для тебя, ты первый отвечаешь. С нулем поинтов. Да, но мне кажется, что все-таки это и не бронза, и не серебро. Может, даже не золото. Я все еще думаю, что это платина, возможно, платина 4, пусть будет платина 4. Договорились с тобой. Кинал, Рельявелю нужно оставить возможность быть последним, коим сегодня он еще не был и, скорее всего, не будет. Что ты считаешь на этот счет? Ну, слушайте, ну, Наут именно супергений. Ну, я думаю, это алмаз, либо платина. Так. Ну, я не знаю, ну, это, конечно, может быть и пониже что-то, но ладно, поставлю что-то из этого может сейчас. Быть. Ну, а что Вакуль считает? Платина 4. Ага, так, ну, если я выберу платину 4, то я точно буду выше, ну, выше, чем Вакулич, в любом случае. Но мне кажется, вот. Это алмаз 3 пусть будет. Алмаз 3, Льеви, собственно говоря, you only got one chance. Do not miss your chance to blow. Что скажешь? Так, ну я скажу, что Наут вообще... Я уже заряжаю стилем Black Star Gaming, там, как вы поняли. Так, Илья, что там? Да, я могу сказать, что Наутилус, он просто гений. Я не знаю, вот такое чувство, что я со Смурфа зашел и чисто на Наутилусе катал. Ну, и поэтому, я скажу, что я бы застакался в D4. Угу. То есть, ты думаешь, алмаз 4... Да. Кинал думает алмаз 3, а Вакулич думает платина 4. Да. Итого, ребята, в финальном моменте вынужден сообщить вам о том, что это не Сильвер. Возможно, это даже не Мастер Плюс. И, скорее всего, это не платина, Вакулич. К величайшему сожалению, аналитик Вакулич, друзья, сегодня без поинтов, увы. Но также стоит отметить, что это и не алмаз, потому что это золото. 4? Это золото! 4. И поэтому по нулю поинтов за этот момент, друзья. А это значит, что в первом выпуске угадай Элла летнего сплита Black Star Gaming даже не смогли определить победителя, а победитель у нас будет 2. Это Рельявель и Кинал. Ребята, ваши эмоции от боевой ничьи. Собственно говоря, как каждый из вас это воспринимает?
вы любите победу брать за жабры прям и сюда ей говорить? Или вы в порядке с тем, чтобы разделить ее? Подожди, сейчас ничья и... Ну, предлагаешь посмотреть еще один момент или... Нет, я предлагаю закончить на ничьей. Ну, заканчиваем на ничьей. Я не против. Ну, знаешь, а вот я бы тебя, ну, чисто... Я бы поставил тебя на место. Ты сидишь там, своих криптов фармишь, славу мою забираешь, а я чё? Я на юмечке, типа, хилю, шилдую. Я хотел победить! Ребята, мне кажется, что время заканчивается. Спасибо большое. Спасибо большое, ребята. Мы еще увидимся обязательно в других форматах. Black Star Gaming, дамы и господа, 2-0 на первой неделе. Шикарное выступление, просто идеальное, мощное, жесткое. Возможно, даже вполне себе красивое. Сегодня обойдемся без рэпа.